Парк минного городка, еще работы, непочатый край, что-то сделано, что-то нет. Нужно как-то решать вопрос с деревьями, с поломанными ветками и деревьями после ледяного дождя. Вот. А здесь, я так понимаю, центральная дорога, и она ухожена. Стоят лавочки, новые лестницы, асфальт. Вот она. Здесь какой-то камень такой. Сбер за зеленое Приморье. Май 2021 года. Команда Сбера. Мы дарим любимому городу, написано. Высажены елочки. ДВГТУ. Университет сажал здесь елочки. Ну, других табличек я не вижу. Только ДВГТУ, что ли, вот эти елочки высаживал. Впереди детская площадка большая с батутами и с чем-то там еще. Спортивно-игровая площадка написано. Что здесь? В здании справа одно время было что-то вроде, ну, небольшой не зоопарк. Я помню, там были рыбки, всякие черепахи, наверное. Где-то вот здесь, а может быть даже на этом месте, были машинки, на которых можно было кататься. Ну вот, наверное, это и есть, только уже такой обновленный вариант. Ну, там что-то все упаковано. Не знаю, работает, нет. Раньше здесь были машинки. Вот в этом месте. Вообще в парке минного городка были карусели. Ну, их нет. Вот на этом месте когда-то было колесо обозрения, чертово колесо. Ну, были. Вот, возможно, вот в этом месте была карусель когда-то. Остались еще вазоны тех времен. Наверное, здесь была карусель когда-то. Вот на этом месте. Были билетные кассы расположены. Вот в этих домиках. Я не знаю, что здесь в этих домиках.
Да, ну каруселей нет. Каруселей здесь нет. Вот. Игровая площадка. Ну вот почему-то на этом здании написано детская игровая площадка. Что там в этом здании сейчас, я не знаю. Ну, это вот так вот. Шахматы здесь. Раньше они были вон там, шахматы, кажется. Ну и вот такая вот открытая площадка здесь. Большая. Есть какие-то ларечки с напитками. Вот, охрана, походу. Ну и парк детский. Игровой такой здесь небольшой. Со всякими интересностями для детей. Вот. Ну и вон там вижу, что-то осталось еще с советских времен. Надо подойти ближе, посмотреть. Так, сначала сюда. Люди гуляют с собачками. Здесь какая-то площадка травяная. Для чего?
Это каток. Это каток. Вот это. Сейчас такая площадка. Вон. Первое озеро. Здесь.